Здравствуйте и позвольте разжечь организованной группой лиц по предварительному сговору. Политвестник ТВ и Арии ТВ начинает проект «Итоги Политвестника». В этой программе мы каждый месяц будем подводить итоги прошедших 4 недель. Поскольку прошел июнь в разгаре лета, спасибо Путину за это, об итогах июня месяца 2013 года мы сегодня и поговорим. Смотрите в нашей сегодняшней программе. Большая восьмерка. Триумф или провал путинской дипломатии? День России. Граждане маршируют, палачи сворачиваются в трубочку. Крутятся гайки. Кремль атакует гражданское общество. Хроника и экспертиза. Прихоперье. Страсти по никелю запустили красного петуха. Конфликт разгорается. День рождения Ходорковского. Юбилей в автозаке. Итак, мы вновь в нашей студии. Поскольку наша программа идет в прямом эфире, то вы можете совершенно просто связаться с нашей студией по скайпу ari.tv, чтобы задать вопросы нашим гостям. В гостях у нас сегодня президент фонда НДЭМ, социолог Георгий Сатаров. Здравствуйте, Георгий Александрович. Добрый вечер. Добрый вечер. И независимый журналист Аркадий Бабченко. Аркадий, добрый вечер. Но сначала поговорим о немаловажном событии, которое произошло в июне 2013 года. В североирландском Лохэрне прошел саммит «Большой восьмерки». Об этом наш сегодняшний первый сюжет. Как отмечают западные СМИ, визит Путина в Северную Ирландию сопровождался унизительными для сопровождающего его персонала визовыми ограничениями, вплоть до того, что российскую делегацию поселили в бывшем доме для умалишенных. Да и самого Владимира Владимировича встречали весьма прохладно, а аккредитованные журналисты и вовсе изобразили хозяина Кремля в карикатурной стилистике. Впрочем, МИД России выразил сдержанное удовлетворение по итогам прошедшего саммита. Лаврову виднее. Главной темой переговоров на этом саммите стала обстановка и ситуация в Сирии. И вот об этом мне бы хотелось в первую очередь спросить у Георгия Александровича Сатарова. Скажите, пожалуйста, Путин опять всех переиграл? Он опять показал себя такой несгибаемой духовной скрепой? Да нет, дело не в этом. Там, как известно, первоначально планировался, текст более жесткий. Путин возражал, и все семеро с ним мягко согласились. А почему согласились? Дело в общем. Дело в том, что «восьмерка», в отличие от известных нам других международных структур, не имеет никаких полномочий принимать какие-либо обязательные решения. «Восьмерка» — это клуб, в чистом виде клуб, на котором лидеры 8 держав, или, когда это требуется, их министры и так далее, согласовывают свои позиции. Они стараются по каким-то важным вопросам демонстрировать единство, и для них это важно, тем более, что бывали случаи, когда решения, тем не менее, принимались отдельными представителями «восьмерки», независимо от других представителей, были разногласия, скажем, там, с Германией, Францией и так далее, по разным вопросам. Здесь же они особо не артачились. Хотите такой текст, давайте такой. Вот нет проблем. Этот текст никого ни к чему не обязывает. Он фантастически нейтральный. И именно поэтому они пошли на такой спокойный нейтральный текст. А дальше они будут делать все равно то, что сочтут нужным, независимо от этого текста. Георгий Александрович, смотрите, Путин говорит о том, что он поставляет оружие Асаду абсолютно легально. Да? Это избранный руководитель Сирии. Да?
А лидеры других стран, они говорят, что нет, мы будем поставлять оружие повстанцам. То есть не может ли здесь назреть какое-то серьезное противостояние между Россией и лидерами остальной семерки? Ну ладно, какое тут противостояние? Бизнесу России и бизнесу, военному бизнесу других стран будет только приятно. Они будут продавать свою продукцию. Чего ж тут плохого-то? Отец будет друг в друга стрелять. А потом совсем, когда станет кошмарно, ну, значит, там, придут войска НАТО или там еще что-нибудь в этом духе. Ну, а вдруг Путин обидится и железный занавес опустит? Не-не-не-не, он по этому поводу не будет обижаться. Главное — продать оружие, заработать бабки, все будет хорошо. Это не станет камнем решающего какого-то раздора. Нечто, происходящее за пределами России, критическим не будет. Будет только нечто, происходящее внутри. Все-таки это триумф путинской дипломатии или не то, не сё? Это не то, не сё. Это не его поражение, не его триумф. Ну, ты хочешь так, пожалуйста, так. А это просто не поле битвы. Это не поле битвы. Поле битвы там, где принимаются ответственные решения. Это консультативный орган, не более того. Орган, где они выясняют взаимные позиции. Но между тем, премьер-министр Канады сказал, как-то так обидел, наверное, Владимир Владимирович, он сказал, что это небольшая восьмерка, это формат 7+1. Ну да, он откатил немножко назад от, так сказать, того, что было в самом начале, когда Россию туда в лице Ельцина пригласили. Так... Нет, не назад? Я прошу прощения, просто да. Муха пролетала. Так, мухи, не мешать, пожалуйста. Не мешайте прямому эфиру, всякая жизнь. Вот, откатили немного назад, это такой маленький намек на самом деле Путину, что есть еще две предшествующие фазы, это 7+1, и есть еще одна, это просто 7. Ну, ему просто сказали, да, мы не будем тут с тобой бодаться, но напоминаем о двух предшествующих фазах. Аркадий, теперь у меня к вам вопрос как к журналисту. Западное журналистское сообщество как-то не очень хорошо представило на фотографиях Владимира Владимировича. То он там в раскоряку стоит, то он как-то понуро бредет позади всех других глав государств, приглашенных. Почему они это сделали? Зачем? Ну, это потеря имиджа. Это, безусловно, конечно, потеря имиджа. Если раньше... Европе, безусловно, у нее свои проблемы, у нее свои дела, дела России — это дела России. И если два предыдущих срока, безусловно, Владимир Путин воспринимался как все-таки легитимный лидер страны, там, пусть с нарушениями, там, ля-ля тополя, но все-таки более-менее легитимный, да, то сейчас уже видно, что, ну, на мой взгляд, безусловно, на мой взгляд, произошла узурпация власти, и это уже чувствуется в отношениях со всем остальным миром. Я скажу так, надоел. Мне кажется, люди просто устали. Устали от этих шуточек, типа, а что вы будете делать без нашего газа, как вы будете жить. И если раньше люди все еще были готовы смириться, я имею в виду там на Западе, готовы были смириться, понимая, что действительно им нечего делать без нашего газа, и действительно не на чем будет там разогревать пищу и отапливать дома, то сейчас уже вот это вот желание кланяться и ухмыляться вот этим вот шуточкам и вот такому отношению, оно проходит. Оно проходит, и человек из такого... авторитарного, скажем так, авторитарного лидера, начинает превращаться в какую-то уже карикатурную личность, над которой уже можно и посмеяться, там, постебаться, и выпустить ролики в каких-то там юмористических программах, где президент страны ворует чайники. Это, конечно, мне неприятно, мне крайне неприятно, что лицо России на Западе выглядит вот так. Но таково лицо России, что поделать. Тут еще вот любопытная вещь, что значит кадр с понуро бредущим одиноко за другими Путиным. Вот что такое изменение имиджа, изменение отношения практически на таких встречах? Опять же, предшествующие два срока, ну, нормально. Владимир, иди сюда, вот тут у нас такой вопрос, как ты думаешь? Да? Вот это нормально, вот они друг с другом как-то кучкуются, разговаривают и так далее. Владимир, иди сюда. И это одна ситуация. Ситуация вот сейчас... она другая. Уже никто не скажет: Владимир, иди сюда. Вот если он стоит там,
а здесь идет разговор троих, то никто не махнет рукой и не скажет, да, Владимир, иди сюда, вот у нас тут интересный сюжет. Да? Это вот, и это чувствуется, он это ощущает, это другое отношение. И это, конечно, ужасно некомфортно, ему не позавидуешь. Я хочу напомнить, что МИД России выразил удовлетворение, сдержанное, но удовлетворение результатами прошедшего саммита. Ну что ж поделаешь, у нас власть всегда удовлетворена, у нее стабильность. Между тем, недовольных этой стабильностью становится все больше и больше. 12 июня 2013 года в Москве прошел марш против палачей. Напомним, как это было. 12 июня – День России. И кто бы мог подумать еще 15 лет назад, что в 21 веке в России могут появиться палачи. А они появились. Граждан хватают за несогласие с верховным начальством, избивают, фальсифицируют дела и сажают по тюрьмам. Вот и вышли свободные граждане на марш против палачей, чтобы заявить о своем праве на свободу, слово и мировоззрение. Марш собрал, по разным оценкам, от 10 до 15 тысяч человек. Конечно, для Москвы это мало. Но, с одной стороны, практически не было рекламы. С другой – лето, время отпусков, дач и так далее. С третьей – многие не захотели идти лишь потому, что ходишь, ходишь, а выясняется, что топчешься на месте. Зато на марше был представлен практически весь политический спектр. Кроме, разумеется, системных лизоблюдов, называющих себя партиями и заседающими в государственном чуме. Или государственной чуме. Их и там неплохо кормят, так что не пристало кусать руку щедрого кремлевского хозяина. Но настроение было приподнятым. Позажигали фаеры, покричали лозунги, словом, оттянулись. В это время палачи шмыгали внутри толпы, фиксируя происходящее на камеры. Старались не высовываться, и лишь у одиозного работника из Центра по борьбе с экстремизмом Алексея Окопного не выдержали нервы. Он вырвал плакат со своим изображением и похитил его, скрутив в трубочку. Психопатическая реакция Окопного понятна. Режим не вечен, а бедолага засветился так, что тюрьмы России плачут по нему, угрожая слезным наводнением. Окопный забрал свой плакат, разорвал и утащил. Марш прошел мирно. Пройдя заявленный маршрут от Калужской до Болотной, демонстранты разошлись по домам до следующего согласованного мероприятия. Или несогласованного. Потому что эффект внезапной катастрофы никто не отменял. Массовая апатия, порожденная пропагандой путинских СМИ, вызвала клиническое равнодушие общества. Георгий Александрович, вы были 12 июня на этом марше. Мы даже взяли у вас интервью тогда. Какое у вас было ощущение от этого марша? И во время, и после? Я не знаю. У меня ничего угнетающего меня... Я ничего не почувствовал. Пришло столько, сколько смогло прийти в это летнее время, когда нужно отвлекаться уже на начавшийся отпуск или на страду. Там, я хочу напомнить, и так далее. Да? Я хочу напомнить, что все-таки 12 июня прошлого года пришло гораздо больше. Ну да, но я хочу напомнить, что и 6 мая этого года по сравнению с 6 мая прошлого года. Ну, я бы не сказал, что пришло меньше. Уж точно по оценкам полиции пришло столько же. В прошлый раз они 8 тысяч нам назначили, и этот раз 8 тысяч. У нас нет оснований считать, что, что они меняют коэффициенты. Поэтому я считаю, что пришло столько же. Поэтому я не вижу объяснений в виде страха. Это первое. Второе. Люди находят и другие формы протеста, что абсолютно нормально,
А сейчас многие переключились на всякие изыскательские работы в сфере диссертационной, в сфере собственности и прочее. И в регионах это движение развивается, что, на мой взгляд, хорошо. Поэтому я не вижу никакой трагедии. Ну, пришло меньше, чем 6 мая. Это ничего не значит, с моей точки зрения. Аркадий, вам вопрос. Вы были 12-го? Нет. А почему? Да вот, собственно, по этой же самой причине, потому что, на мой взгляд, это топтание на месте. Я не скажу, что это апатия. Это, безусловно, не апатия. Это из острой фазы, я абсолютно согласен, это из острой фазы перешло, больше сейчас расходится по горизонтали, больше растягивается по стране. Но, на мой взгляд, уже, я думаю, вот примерно эта численность и дальше будет приходить. Я думаю, в районе там, 10 тысяч примерно так и будет держаться. Это в Москве вы имеете? В Москве, да, безусловно. Но я считаю, что я, безусловно, согласен с тем, что лодку нужно раскачивать любыми всеми возможными методами. Марши, согласованные, несогласованные, там, акции прямого действия, выборы, там, все что угодно. Но если эти марши раньше как бы было предощущение, что это будет главным, да, что это послужит детонатором к изменению ситуации, сейчас уже видно, что этого не произошло. И этого уже не будет. Это будут одни из вот этих вот, из множества других всевозможных форм выражения протеста. Они будут существовать, они обязательно нужны. Но я на них перестал ходить по той простой причине, что, вернувшись в Таксима, я уже просто чисто физиологически не смог себя заставить войти через металлоискатель, вывернуть перед полицейскими свои карманы и разрешить им лазить в свою сумку. Вот я там отравился свободой. Мне нужно немножко привыкнуть сейчас к российским реалиям, чтобы, может быть, я начну ходить опять. Да. А вот в связи с этим можно вопрос по поводу Таксима? Да вот мы, кстати, еще поговорим насчет Таксима. Ну хорошо, давай. Все, я не буду забегать вперед, потому что тут есть возможность протягивать некие ниточки, на самом деле. Я не знаю, я хожу всякий раз, когда у меня есть физическая возможность пойти. И я, тем не менее, хожу, и там, если мне не нравится, что ко мне лезут в сумку, я ее просто не беру, и все. Так они из карманов еще пытаются достать, чтобы вы доставали, выворачивали. Когда я лечу куда-нибудь, я тоже достаю из карманов, я не вижу в этом проблемы. Я считаю, что я должен быть посчитан, и зовите меня грецкий орех, и все. И мне нравится, когда меня считают. Ну, серьезно, да. Вот, значит, плюс один, еще Маша со мной, плюс два, уже хорошо. Если еще родственники, значит, идут, еще там плюс три. Вот, только так. Тем не менее, есть мнение, что люди боятся. Люди боятся потерять работу, люди боятся оказаться без денег, потому что очень многие зашантажированы властью. Как победить в себе этот страх? Мы этот вопрос задали тем гражданам, которые уже переступили черту страха и не боятся. Давайте послушаем их мнение. Каждый день человек должен в себе на две чашки весов положить вот две гирьки. Значит, на одной из них написано «мне страшно» или «мне будет, или мне некомфортно», а на другой «мне стыдно», «мне противно», «мне невыносимо», «мне стыдно смотреть в глаза детям». Я боюсь, к вопросу о страхе, что в какой-то момент мои дети вырастут и начнут меня стыдиться. Это другой страх, понимаете? Каждый человек должен решить, какой страх сильнее. Вот и все. Это... Давать рецепты всем гражданам я не только не вправе, но даже и, ну, даже и не могу. Я сам не могу сказать, что мне совсем все не страшно, но просто есть вещи, которые сильнее страха. Например, например, презрение, например, ощущение брезгливости, например, ощущение, так сказать, невыносимости той общественной атмосферы, которая с подачи власти создается вот в нашей стране и, в частности, в моем родном городе. Обязательно ходить на выборы, ну и выбирать по своему разумению. Каждый, как голосовать, это каждый должен делать. Но это наш гражданский долг – ходить на выборы. Хуже всего, когда мы лежим дома на диване, считая, что от нас ничего не зависит, и вместо нас ставят подписи за того, кто власти угоден. Ну и
Тут зависит от того, что вы говорите, человек боится. Если человек боится, то что ему посоветовать? Посоветовать постараться перестать бояться. Это будет легче ему. А каким образом, когда всюду пугают? Ну, не знаю, но есть же, которые не боятся. Пускай таких будет больше, только и всего. На самом деле, мне не нравится, что мы боимся. Я понимаю, чего боялись в сталинское время, а чего сейчас бояться? Ничего страшного, надо быть гражданином только и всего. Я не потому хожу на эти митинги, что я жду каждого слова от оратора, какого-то вот последнего, самого такого. Нет, я их слышал и читал, и знаю. Нет, я для того, чтобы они знали, я с ними, я там. И это требует определенного, наверное, мужества от человека, который боится. Я не боюсь, уже поздно, я отбоялся. А если люди говорят, да мы уже выходили, много раз выходили, но ничего не меняется, ничего не сдвигается. Это пофигизм. Вот от этого пофигизма, ну вот и все кончится то, что на кухнях мы будем обсуждать, кто у нас президент. Ну и что? Мы это уже проходили. Мы должны делать действенную политику. Мы должны строить активное гражданское общество, а не общество таких вот «моя хата с краю». Ну, если так и будет дальше, то так и будут сажать невиновных, закрывать разные конторы, которые им не угодны. Если человек думает, знаете, как у Булгакова, но мы-то живы. Ну да, да, до поры до времени. Это наивно, полагать, что за нами не придут. Придут, выковыряют, придут, пришьют дело. По принципу сталинского, был бы человек, а дело найдется. Аркадий, у меня в связи с услышанными репликами к вам такой вопрос. В Турции было страшно вам? Мне лично или вообще людям ощущение страха? Сначала вам. Вам лично. Ну, мне перед каждой дракой страшно, собственно говоря. Там мы сидели, Эрдоган дал ультиматум 24 часа, и он должен был истечь к 7 часам вечера, и я пришел на площадь к 6. И мы до 2 ночи ждали этого разгона, и на протяжении этих 8 часов мне было мандражно, прямо скажем, нерадостно. Да, а народ как? Потому что понимаешь, чему все это закончится. Как только начинается, страх проходит моментально, сразу это все, это безусловно. Вот что меня поразило, в Турции там людям не было страшно совершенно и абсолютно. Мне кажется, страх появился потом, после «черной ночи», как они назвали, разгон субботы на воскресенье. Мне кажется, какие-то ростки страха там начали проявляться. Во всяком случае, судя по роликам, по лицам, мне кажется, может, я не прав, я не знаю, я могу судить только уже по видео, я начал замечать. Но до этого страха отсутствовал там вообще напрочь. Там была какая-то безумная энергетика. Вот даже у нас на самых больших митингах такой энергетики все-таки не было. Там, когда пришли фанаты, когда они объединились, когда вся эта площадь заполнена фанатами, когда вот это «семь бокале», безумные ощущения, просто совершенно безумные. Страха не было вообще совершенно никакого, абсолютно. Было единение нации, был гражданский порыв, был общественный вот этот вот подъем. А когда вас арестовали, вот вдруг к морю вывезут, утопят? Ну, были такие мысли, да, были такие мысли в лес. Мне пришла мысль не в море, а в лес. Они когда меня начали ставить машину, я подумал, ну, лесочек, у меня мелькнула такая мысль. Но нет, здесь уже страха нет. Страх есть до. У меня лично есть страх до. Когда начинается, у меня страх проходит. А вы как побеждаете собственные страхи? А я не боюсь. Да, как-то... Наверное, все-таки каждый человек чего-то боится. Это же нормально. Я думаю, что это произошло после Беслана, когда вот после этого зрелища страшного мне моя средняя дочка прислала письмо коротенькое по электронной почте. «Папа, мне страшно, сделай что-нибудь, я не знаю, как жить в этой стране». И после этого я стал бояться. Ну, как-то вот до этого я был более-менее
нейтральным аналитиком. После этого я не смог выдерживать эту позицию, по крайней мере, в личном качестве, в качестве президента фонда НДМ и участника конкретных проектов. Я, естественно, придерживаюсь прежде всего научной этики, но в личном качестве я уже не могу таким быть, потому что я должен, ну, отвечать на крик души дочки. Ответственность пересиливает страх. Ну, конечно. Между тем, путинская группировка продолжает наращивать давление на гражданское общество. Все эти показательные процессы, и дело Вадима Коровина, и, конечно же, болотное дело, и, безусловно, недавний наезд на фонд, на ЗПЧ за права человека. Все это делается для того, чтобы запугать еще больше. Давайте посмотрим, что происходило в июне месяце. Диктатура – увлекательная штука. Она затягивает, порождая одно преступление за другим и создавая порочный круг, из которого законным путем выбраться невозможно. Спасая от суда собственную шкуру, диктатор начинает судить других, желательно всех, кто не согласен. Вот и тянутся дрожащие ручонки к гаечному ключу. А любое проявление инакомыслия воспринимается системой как государственное преступление. К примеру, вышел погулять к памятнику Абаю 9 мая, не испросив разрешения, получи штраф. По суду, разумеется. А суд-то у нас особый, по-басманному упоротый. Прогулка на чистых прудах обернулась политическим задержанием, политическим фарсом со стороны судьи. Все ходатайства наши были отклонены. Судья руководствовалась только рапортами полицейскими. И даже видео, которое мы хотели приобщить к делу, оно тоже в ходатайстве отказало. Вот. Там на видео четко было показано, что мы не кричали, что мы шли, как все обычные люди, 9 мая гуляющие по Москве. Правовая оценка. Такое неправовое решение административных дел судьей Москаленко. Я думаю, что я вот сейчас была на приеме председателя суда. Как мне показалось, Наталья Евгеньевна человек достаточно внимательный, но, по крайней мере, вежливый. Вот, и я думаю, что я напишу не только апелляционные жалобы относительно решений, принятых по делам Ганеевой, Березницкого и Терентьева. Я обращусь к квалификационную коллегию относительно судьи Москаленко с просьбой рассмотреть вопрос о том, а пригодна ли она профессионально для исполнения функции судьи. О соответствии занимаемой должности? Да, о соответствии, естественно, занимаемой должности. Потому что кроме хамства, откровенного неуважения к участникам процесса, кроме желания быстренько-быстренько сама, вот в этих делах я ничего не увидела. То есть все три дела как под копирку. Вот просто все рапорта как под копирку, что говорит о том, что кто-то сержантов один написал, а остальные как первоклассники списывали. А на что же тогда надеяться гражданам? Получается ведь, что суда нет. А его и нет. Неприкасаемость чиновников, разъезжающих по встречным полосам страны с мигалками на безмозглом черепе и крякалками вместо совести, тоже надоела. Гражданский активист Вадим Коровин не пропустил чиновные чресла с МВДшными номерами, за что и сел на 10 суток. Одинцовский Журилкин суд с озабоченным видом выслушал сотрудников ГИБДД, которые даже не удосужились представиться автовладельцу на месте происшествия, после чего вынес вердикт. Коровин особо циничен и агрессивен. Вот и пусть посидит, образумится. Теперь активиста хотят лишить водительских прав. Система у нас такая, тупая, как мозг ментозавра, не понимающего, что репрессии лишь закаляют фигуранта. Позиция моя не меняется, правда, говорить легко и просто. Я ни на кого не наезжал, я не совершал наезда, ни намеренно, ни случайно, ни преднамеренно, ни умышленно, никаким другим образом. Поэтому, собственно говоря, пусть они докажут мою вину. Очень, очень будет интересно послушать их в суде.
В июне же Мосгорсуд начал рассмотрение болотного дела по существу. Обвиняемых 12 человек. Они нанесли такой ущерб Путину 6 мая 2012-го, что страшно сказать, пытались защититься от ОМОНовского беспредела, разгулявшегося на Болотной по приказу из Кремля. Если кто и творил массовые беспорядки, так это правоохреневшие держиморды, получившие карт-бланш и избивавшие демонстрантов. Обвинения нет, потому что то, что за обвинение выдается, не соответствует требованиям закона, которым обвинение должно соответствовать. Оно не описано, оно не содержит описания такого деяния, которое являлось бы хотя бы теоретически, потенциально содержащим состав преступления. Поэтому о каких тут доказательствах говорить нужно? А на чем же оно базируется тогда? Базируется на грубой силе репрессивного аппарата принуждения. Мосгорсуду протянут гаечный ключ с приказом «крутите и потуже». Равно как и ФСБшникам, ввалившимся в офис общественного движения «За права человека» и устроившим там настоящий блицкрик наполовину с погромом. Он вас не успел? Не успел вас изнасиловать? Представьтесь на камеру. Вы ответьте на мой вопрос. На камеру представьтесь. Мне не нужно представляться на камеру. Ну, тогда давайте дальше рассказывать. Мы с вами не представлены. Это рейдерский захват. Поэтому сначала должно быть решение суда, а потом мы должны выехать. Поэтому мы не намерены осудить. Это по лекалам террористов, вот как их учат же ОМОНовцев, как штурмом брать террористическую организацию. Вот здесь, допустим, 12 террористов, да, и они там посмотрели дислокацию террористов, и они входили сюда с целью решить этот вопрос в течение нескольких секунд. Я стоял у дверей, более-менее у дверей. Мимо меня прошел робот. Никакого другого ощущения у меня не было, да? Робот настоящий. Робокоп. Да, это точно, это не человек был. Это было очень быстро. Он пошел по столам и взял человека, который здесь сидел. Сбил мой компьютер. Стол развалился первый, но ему все равно было. Все равно стол развалился, он пошел дальше. Он же робота настраивает так, чтобы он шел, понимаешь? Да, стол развалился, это все предусмотрено. Он пошел дальше. А вот здесь он пошел по этому столу, он выдержал. Схватил Юдин и попер, да? И поволок. Поволок. Он волок его по разбитому, по этому столу. Потом Юдин упал, ну, не кто-то там, по разбитому столу. Ну, он просто уволок. Это просто был как бы труп, скажем там. Ну, живой человек, ну, как бы он волок труп. Но я дальше не видел, потому что тут же меня схватили. Значит, тут же я упал, и меня поволокли по коридору. А по коридору, когда меня волокли, меня били с двух сторон ногами. Сколько ни крути государственные гайки, понятно, что резьбу однажды сорвет. Или гайка начнет проворачиваться в холостую, или народ отнимет ключевой инструмент у Владимира Сортирного, решившего превратить страну в затхлую уборную. Напоминаю, что вы смотрите «Итоги Политвестника» в прямом эфире. Вы можете позвонить к нам в студию по скайпу ari.tv. Ну, а у меня вопрос к Георгию Александровичу Сатарову, нашему сегодняшнему собеседнику. Георгий Александрович, какой смысл в таком жестком закручивании гаек, в таком наезде на гражданское общество, действительно жестком очень наезде? Ну, давайте вспомним, что на самом деле вот эта политика, которая сейчас опрокинута на гражданское общество, она началась еще 13 лет назад, в нулевом году. Наехали на сначала этих региональных баронов, потому что они коррупционеры, они так все на местах и остались. Наехали на СМИ после этого, на бизнес и так далее, и так далее, и так далее. Постепенно ликвидировалась любая автономность, любая независимость. Вот это главный враг такого режима, у которого главная цель – это пилить ренту. Она может пилиться только вот в таком монопольном режиме. И осталась самая неприятная часть – это общество. Потому что его невозможно запугать, как это можно сделать с бизнесом или с этими баронами. Оно не имеет единого центра
Это сетевая структура, и с ней непонятно, как бороться. Нужно подавить, потому что это вот последний такой оплот независимости, автономности в стране. Нужно это как-то подавить. А очень трудно это происходит. Ну вот как с этими агентами. Значит, на данный момент зарегистрировалась одна единственная организация, никому неизвестная и никому непонятная. Такое впечатление, что ее специально создали для того, чтобы она зарегистрировалась. Показала пример другим? Ну да, ну с примером-то все ясно. Нормальные организации независимые и не собираются этого делать. И вот плачут чиновники, в том числе министр юстиции, как же так, никто не регистрируется и так далее, и так далее. А фишка-то вся в том, что общество победить принципиально невозможно. Ну это так просто по природе устроено, его можно победить только в одном варианте, когда рушится все вот, напрочь. И власть, и страна, и все на свете. Да? У нас, кстати, звонок по скайпу. Пожалуйста, включите скайп. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы? Звонок сорвался, к большому сожалению. Но у меня тот же самый вопрос к Евгению Левковичу, который присоединился к нашей беседе. Журналист Евгений Левкович, приветствую, Евгений. Пусть будет журналист. Да, да, да. Евгений, ну, скажите, пожалуйста, почему так, такой наезд? Я на самом деле ничего не вижу нового тоже. Я не вижу, что что-то происходит жестче. Это абсолютно было ясно с самого начала прихода Путину к власти, что так и будет. Я не вижу никаких удивляющих, ну, лично меня, по крайней мере, вещей. То есть с самого момента его прихода было совершенно понятно, что этот человек из себя представляет и чем он будет заниматься. Я крайне удивлен, что такое количество неглупых людей в течение первого срока говорили, что вот, ну, наверное, так надо, да, голосовали за него, голосовали искренне. А потом за Медведева, да, голосовали, которые, и говорили, потому что, да, это просто удивительно, что люди настолько недальновидны. Просто очевидно, из какой породы человек, из какого теста он сделан. То есть было совершенно очевидно, что он никакой демократизации заниматься не собирается. Абсолютно. Вот, кстати, вы побывали недавно в Турции тоже, как тоже, и Аркадий, да, ваш коллега. Мы вместе и были. Собственно. Да, вы вместе там побывали. Есть какая-то разница в менталитетах? Ну, это сложно сформулировать за 4 дня, да, изучить менталитет, но визуально, по крайней мере, разница просто чудовищно. Это какая-то абсолютная пропасть между обществом, состоянием общества, которое у нас, и состоянием общества, которое там. Потому что, ну, я, по крайней мере, был в Турции первый раз, да, и когда говорят турки, да, у нас представляются, да, какие-то, в общем. А там пошла уже картинка, да, насчет какие-то Турции, да? Пустите, пожалуйста, да, чтобы наши зрители увидели. Вы снимали эти кадры. Да, это вот как раз день, когда туда пришли футбольные фанаты, которые, опять же, очень сильно отличаются от наших футбольных фанатов. Они увлекаются не только футболом, не только драками, как оказывается, между друг другом. Они очень политизированы и, в общем, разбираются, кто у них там чем в политике занимается. Вот. А началось, да, же там всего лишь с того, что хотели несколько деревьев срубить. Ну нет, ну это не так, конечно. То есть это просто какое-то стало последнее. Началось, конечно, все с того, что там убили людей. То есть это важное, то, что у нас, да, Путин, да, по-моему, назвал ритуальной жертвой, вот она там состоялась. То есть уже было явно раздражение Эрдоганом, копилось долго, да. Просто этот лагерь в жесточайшей форме был разогнан, и просто погибли люди. Соответственно, народ, да, народ, как бы, да, уже этого простить не готов. А у нас ведь, Евгений, а у нас в России жертв режима достаточно. Да, достаточно. Просто вот я говорю, разница. Ну, потому что, вот по моим ощущениям, я могу ошибаться, да, по моим ощущениям, то, что у нас, по крайней мере, все это время говорилось, да, что у нас нет национальной идеи. Ну, это плохая, дурная сентенция национальной идеи, но объединяющей идеи
У нас, к сожалению, правды пока нету. Мы очень разобщены. Даже внутри протестного движения, даже внутри недовольных Путиным, да, а их уже порядка 50%, да, людей, которые недовольны нынешней властью. Вот у нас звонок мы опять крайне по скайпу. Разобщены, в отличие от турков, которые, у которых есть эта идея. Они этой свободы глотнули в свое время, да, и они ее... Опять сорвался звонок. Нет, звонок здесь, по скайпу. Пожалуйста, говорите, вы в эфире, представьтесь, откуда вы это зовут. Меня зовут Алексей. Здравствуйте. Кому у вас вопрос, пожалуйста, по существу и очень быстро. Я из города Краснодара. Да, здравствуйте, Саша. У меня вопрос такой. Вам не кажется, что мы просто топчемся на месте, хотим поменять одного вора на другого, как бы, да? А какого другого вора вы имеете в виду? Ну, то есть мы хотим поменять человека, но я конкретно не имею в виду. Я имею в виду, мы просто поменяем человека, посадим другого такого же, но оставим вот эту концепцию, да? Да нет, конечно. Нужно менять прошу, вообще прошу, полностью. Как-то парируйте. Спасибо нет, конечно, вам за вопрос. Но это самая главная ошибка. Я не понимаю вообще откуда. Видимо, потому что нету возможности донести до людей, да, что имеется в виду. Да? Сейчас появится такая возможность. Но имеет, естественно, понятное дело, что Путин, сам по себе Путин, в общем-то, никто. Да, но это, в общем, одна из огромных, да, естественно, что я хочу просто сказать, что нам нужно полностью менять вообще концепцию управления, систему полностью, выходить из вот этой нефтяной трубы. Пусть он заведет себе еще одну жену и живет счастливо. Дело вообще не в Путине совершенно, дело в системе, которая выстроена, и, естественно, как минимум нужно поменять несколько законов немедленно для того, чтобы система изменилась, да, нужно... Я бы даже чуть-чуть резче сформулировал, достаточно, чтобы начали исполнять некоторые действующие законы. Ну, допустим, про судебную власть. Вот если она будет работать... Да, закон о референдумах просто нужно менять. Нету возможности. Да, нет, ну, есть просто... что менять, но вот как сказал в одном нашем исследовании один малый предприниматель во время глубинного интервью, дайте нам нормальный суд, а все остальные проблемы мы решим сами. Достаточно, чтобы нынешний суд судил по действующим законам. Я напомню, например, что даже наезд на общественные организации, на вот этих самых агентов вроде меня... Он шел с фантастическими нарушениями действующих законов, в том числе закона об агентах. А у нас еще один звонок. Прошу, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, откуда вы. Матюшов Олег Николаевич, город Урюпинск. Здравствуйте, Олег, здравствуйте. Вот мы как раз сейчас и собираемся показать очередной сюжет, потому что Предвестник ТВ побывал недавно в Прихоперье. Что там у вас происходит, Олег? В данный момент у нас происходит следующее. Как вам уже известно, что было задержано 22 числа 22 человек до 25. Вот, продержав более 10 часов, задержанные были выпущены. На улице их ждал, конечно, народ. 26 июня все были вызваны на допрос. Народ пришел к полицейскому участку поддержать допрашиваемых. Одного осудили у нас на 5 суток. Трех человек на трое суток, другие граждане были оштрафованы. Продолжаются допросы людей в полицейских участках Урюпинска, Волгограда, Борисоглебска, Волжского, Новохоперска и Лань-Колена. В Урюпинск согнали ОМОН. Людей насильственно таскают на допросы в город Новохоперск. В отношении ряда активистов решается вопрос о возбуждении уголовных дел. 6 полицейских снимают побои в больнице, хотя их никто не трогал. Это местные полицейские? Да. Меры полицейские по отношению к людям ужесточают. Люди беспокоятся, что адвокаты, которые приехали, просят денег. Вот. И в том числе просят, чтобы Москву, чтобы поддержала в плане адвокатов хороших. Потому что сейчас ажиотаж 8 упадет, и людей начнут уже штамповать им 40 по уголовным делам.
От лиц граждан, в том числе и в моем лице, передаем Ироду, который воссел в Кремле, что мы придем к нему и далеко не с пряниками. А кто с вилами, а кто с кнутом. В данный момент, что хочу сказать, на Иланском месте стоят только сгоревшие буровые. Одна уцелевшая буровая неизвестно куда пропала. На территории, которая была ограждена сеткой, сетка сама демонтирована, ее нету. На Елкинском месторождении при расчистке дороги были повреждены некоторые части археологических курганов. Сейчас ведутся работы археологов с профессором Медведевым, которые пробудут там в течение месяца. Работу у ГМК пока не ведет в настоящее время. Спасибо большое, Олег. Я напоминаю, что это был Олег Матишов из Урюпинска, который рассказал нам о том, что там происходит в данный момент. А что происходило 22 июня, вы сейчас увидите. Мы в страхе будем жить. Мы не согласны. Я пенсионерка. Мне какая на работу тут? Ну тут пенсионеры остались. Вот они живут весь поселок. Тут одни пенсионеры. А они болтают, тут никого нету. Бурьян, трава. Ну какой бурьян? Я же ему самому Владимиру Владимировичу говорила. Прям по телефону и сообщила. Ведь ответ, говорят, 250 тысяч было ему вопросов задано по никелю. Ему тысяч задано. Сам Петров говорил, ни один вопрос он не ответил. Что он не может выйти в эфир или по телевизору, или сюда приехать и сказать народу правду в глаза? Почему этого не делает он? Неприятно ему, наверное. Неприятно? Надо с людьми быть. И обращаться, и жить с людьми. И справедливо. Все едут, все бастуют, приезжают, все вот. Вот едут, зачем эти казаки, да эти. А я что, не хозяйка своему дому? Примерно. Вот они говорят, зачем тут пускать, то на квартиру пустили, то это. Я хозяйка своему дому, правильно? Что хочу, кого пустил, кто. Люди нас, беззащитных, защищают. Вот мы сейчас еле-еле проехали, кстати, дорогу к вашей деревне перегородили. Полиция. Милиция. Они тут так и охраняют. И день, и ночь. Не пропускают. День и ночь они тут охраняют. Там их. Их охраняют. Там и на осадном положении, что ли? Как? На осадном положении, получается. И чоповцы там охрана. И милиция их охраняя. Вот так. И милиция подъезжает и спрашивает. А где тут они? Чё? А я говорю, а какое ваше дело? Кто кого пустил, кто... Ну, если мы беззащитны, они нас охраняют. Охраняйте. Конфликт между жителями Черноземья и олигархом Искандером Махмудовым, человеком, близким к Путину, длится уже больше года. Местные жители долго увещевали чиновников «Услышьте нас! После начала разработки никеля наша земля превратится в обезвоженное пространство. Сейчас здесь воткни в землю палку, и она зацветет. А если построить никелевый комбинат, погибнет растительность и живность. Вода уйдет, жизнь прекратится. Вы-то набьете себе карманы. Вам здесь не жить. А как быть нам, тем, кто здесь родился, жил и работал все эти годы?» Месторождение никеля в Прихоперье было открыто еще в начале 60-х годов прошлого века. Тогда председатель правительства СССР Косыгин официально объявил на заседании, что вести разработку в Черноземье преступно. Добыча никеля в Прихоперье равнозначна потере Черноземья навсегда. Только референдум должен решить судьбы наших народов. Потому что это наша земля, это наше будущее, наших детей и внуков. И от того, какая будет экология, зависит вот это решение Думы именно в Воронежской области. Мы солидарны со всеми теми, кто приходит на площади, те, кто громко говорят, что нельзя разрабатывать это месторождение в самом сердце России. Мы должны бороться и сказать свое решительное «нет». Земельный кодекс не предусматривает проведение геологоразведки, разведочных и других работ на землях сельхозназначения. Значит, все земли, которые сейчас есть у них, они по документам переданы как земли сельхозназначения. Больше того, вот даже
та база, которую они построили, ее отдал наш Новохоперский районный муниципалитет в обход существующего порядка передачи земель. Да, мы об этом подали заявление в прокуратуру, чтобы проверили, как это, порядок соблюден или нет. Значит, и он тоже, этот участок, передан для производства сельхозназначения, продукции сельхозназначения. Могут там находиться на этом участке все то, что для зерна, там, для птицы, для коров, все. Но там стоят, уже построено общежитие, это нарушение градостроительного кодекса страны. Там общежитие 60/25, там, значит, выгребные ямы, туалеты, там у них все для жизнеобеспечения. Это на землях сельхозназначения. А прокуратура отреагировала как-то на ваш запрос? Значит, прокуратура нам отвечает, Воронежская прокуратура, отвечает, что соответствие закону о недрах, значит, в соответствии закону о недрах здесь проходит все правильно. А земельный кодекс не учитывают. А почему? Они что, крышуют? Ну, я не могу сказать, кто кого крышует, но я знаю, что наша Новохоперская прокуратура давала ответ Воронежской прокуратуре, что земельный кодекс, статья такая-то, не предусматривает проведение геолого-разведочных и других иных работ на землях сельхозназначения. Но из Воронежа пришел ответ, что по существующей практике, как мне сказал сам прокурор Новохоперского района, он сказал, что по существующей практике, значит, это законно. А я вот и не понимаю, что такое существующая практика. Это что, по понятиям или как? Но людей не услышали, и терпение граждан лопнуло. Все началось с митинга. Сначала были речи, а потом осознание того, что разговоры бессмысленны, и настала пора действовать. И пошли к месту предполагаемой разработки никеля казаки. Пошли крестным ходом. За ними остальные митингующие, потому что достало. Путины и Махмудовы приходят и уходят, а местные жители остаются. Что они оставят в наследство своим детям? Пустыню вместо земли? Бандиты от бизнеса не ассоциируют свою жизнь в России. У них за границей жены и дети, любовницы и счета, виллы и яхты. И все это за счет варварства на русской земле. Уже и суд постановил убрать забор 7 июня. Но чиновники делают вид, что никакого решения не было. Значит, надо исполнять его самим, невзирая ни на что. Забор вырывали с корнем, а потом созрело решение – поджечь технику и буровые. Занялось весело, горело задорно, дымя на весь район. Сожгли две установки из четырех. ЧОП бежал, поджав хвост. Кто-то из казаков завел трактор и принялся крушить заграждение. Кстати, никаких геологов в поселке в момент погрома не было. И потом, какие они геологи? Обычные подельники рейдеров. События в Прихоперье заставили Следственный комитет начать проверку законности деятельности здесь УГМК. Скорее всего, для проформы. В то же время силовики принялись таскать участников акции по судам. Местные полицейские уже готовы сорвать с себя погоны. Город-то небольшой, все друг друга знают. Здесь лжесвидетельство смерти подобно. Но из Москвы поступила указивка разобраться со смутьянами. И чем жестче она будет выполняться, тем больше шансов, что конфликт власти с народом выйдет на новый виток. Так что сгоревшие буровые – это только спичка, поднесенная к Бигфордову шнуру, тянущемуся к пороховой бочке народного гнева. Никель, он нам нужен. Кому он этот никель будет пользоваться? Он нам не будет. Не успеет пенсию поднять на копейку, а цены во! А цены растут. Какая это жизнь? Разве это жизнь? А? Вот они куда деньги уходят, они за границу все деньги. Это просто набивают карманы богачи. Я так не представляю. Я вам вот говорю, и пусть хоть это, если выйдет в эфир, пусть так и слушает. Они на этих деньгах помешались. Они не знают, они друг друга убивают, творят за эти деньги. Они помешались с этим деньгами, мы не знаем, что делать. Куда их хапают, все мало. Никак не нахапается. Вот мое все вам. Если вы хотите в эфир выйти справедливо, то выйдет. Вы смотрите «Итоги политвестника».
Итак, в Прихоперье творится черти знает что. Евгений, у вас сразу же реплика. Да, но везде творится черти знает что. Я просто хотел как-то это все обобщить вместе с теми сюжетами, которые были. Да, не успеваешь, на каждый случай не успеваешь отреагировать уже. Да? То есть ежедневно что-то происходит, абсолютное беззаконие, и вот даже, да, позвонил человек оттуда, Олег, да, по Матишев, скайпу, да, и сказал, ну что же, вот Москва не поддерживает, там еще что-то, да. Мы даже в Москве не успеваем, да, ты идешь там на одно дело кого-то поддержать, да, судебное, бац, тут за права человека захватывают, бац, там, значит, коровина сажают. То есть просто уже не успевают. Это говорит только о том, что, конечно, нам нужно всем объединяться и выступать против всего и сразу, да? То есть это невозможно же, эти все пикеты, эти все какие-то походы, какие-то просьбы, мольбы, все это уже абсолютная чушь и не работает уже много-много лет. Нам абсолютно точно нужен самый настоящий Майдан, но для этого нам нужно, безусловно, прекратить, вот, да, опять же, по поводу Новохоперска, многие, насколько я знаю, недовольны, говорят, ну вот там какие-то казаки. И это вот значит, это вот не наши, значит, какие-то, да, потому что вот они бьют там, не знаю, гомосексуалистов. А эти, так это же специально, да, разделяй, да, власть, Макиавелли. Я говорю, ну как бы, слушайте, люди делают хорошее дело. Неважно под какими флагами, там черно-желто-белые, какие угодно, они делают хорошее дело, они отстаивают природу, свою землю и так далее. Мы должны их, естественно, поддержать. У нас звонок по скайпу. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, откуда вы? Здравствуйте. Это Александр Васильев, Калуга. Я очень рад приветствовать сейчас Сашу Сотника и всех, кто работает на эфире. Пожалуйста, ваш вопрос, Александр. Друзья, я бы хотел вопрос озвучить следующий. Давайте посмотрим. Вот на самом деле сейчас распространяется информация о том, что гражданская журналистика упала. И причем ссылка делается на какие-то там журналистские якобы или околожурналистские сайты из Белоруссии о том, что это все бесполезно, это все бессмысленно и так далее. Вот как вы считаете, вопрос, вот, да, то, что сейчас происходит на самом деле, это имеет какое-то значение на гражданское общество России? Может быть, нам действительно прекратить уже этим заниматься? Потому что, ну, посмотрите сами... Понятно, понятно. Спасибо большое, Александр. Граждане не хотят поддерживать. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Евгений, нужно ли прекращать заниматься независимым? Нет, дело в том, что вот, честно, мне вообще абсолютно наплевать, имеет это какое-то значение для общества или не имеет. То есть тут же вопрос как бы не в том, что мы этим занимаемся для того, чтобы... там, не знаю, 100 тысяч человек нам поаплодировали, а если нам скажут спасибо, там, 3 человека, то мы этим заниматься перестанем. Это смешно. То есть вообще об этом просто думать даже не надо. Нет такой темы. Нужно просто реагировать, если ты видишь, что рядом с тобой бьют слабого, беззащитного человека, ты просто должен вставать, вне зависимости от того, вообще журналист, слесарь, сантехник, маляр, футболист или даже полицейский. К сожалению, вот только полицейские у нас никак никакого сознания у них нет, просто за зарплату готовы избивать свой народ вообще в любой момент. Ну, не зависит ни от профессии, ни от чего. Речь же сейчас идет просто о человеческой порядочности. Все. Никаких других. И о самоуважении. У меня вопрос, Георгий Александрович, вернемся все-таки к теме, к сюжету, который мы посмотрели. Как вы считаете, не будет ли эта история началом чего-то большего? История с Прихоперьем. Ну, вообще-то, те южные места, они были славны и, я сейчас посчитаю, 25 лет назад, когда началась вся эта движуха наша времен перестройки, и здесь просто проходили демонстрации, то, если я правильно помню, в Волгограде большая демонстрация сместила первого секретаря. Они просто пришли и сказали, хватит. И это был далеко не единственный город областной в России, где такого рода вещи происходили. То есть из Москвы зараза довольно быстро перешла. Вот эта зараза, я имею в виду, быть людьми и добиваться своего, она довольно быстро тогда за
пару лет перескочила в регионы и пошло-поехало. Сейчас, в общем, то же самое происходит, и это далеко не первый пример. И мы помним, как люди защищались в Сибири от наркоторговцев, потому что власть ничего не делала. И везде запал один и тот же. Это полное, ну, если говорить предельно мягко, полное равнодушие власти и привычка к тому, что people все схавает, все что угодно можно с ним делать, и так будет вечно. Вечно так быть не может. И мы это видим. И я думаю, что вот то, что они там сказали, придем с кнутами, это не для красного словца. Спасибо, Георгий Александрович. А 26 июня 2013 года исполнилось 50 лет со дня рождения Михаила Борисовича Ходорковского, заклятого врага Владимира Путина. О том, как его поздравляли москвичи, смотрите в нашем следующем сюжете. С днем рождения, Михаил Борисович, от всей души. Я надеюсь, что очень скоро он будет с нами, и надеюсь, что он и станет тем человеком, который объединит тех людей, которые хотят России добра. Здоровья, мужество, терпение, надежду вселяют в него. Народ из-за него болеет, и все хотим ему, чтобы всего хорошего было. И с него берут пример, потому что остальные-то у нас все прячутся или молчат, как всегда. И только один, он выступил против системы. Пожелать побольше здоровья, в первую очередь, чтобы он все-таки дождался как можно быстрее этого периода, когда его все-таки освободят, и он наконец-то сможет жить, как он хочет, в свободе, и не за решетками, видеть своих родных. Желаю ему здоровья, да, и чтобы, потому что он нам очень нужен здесь, как можно быстрее. И надеюсь, что все-таки здоровье у него еще есть. В общем, только здоровье. Михаилу Борисовичу персонально, да, с таким юбилеем и с важной датой. И мы желаем ему скорее выйти на свободу. И вообще, я ему совершенно искренне, вот от всей души, всех своих душевных сил желаю поменяться местами с Владимиром Владимировичем Путиным. В двух словах, совесть нации. Такие люди должны быть на свободе с нами. И мы должны о них равняться. С юбилеем. Куда идти? Он говорит, там его... Бабушку, ёпта! Вы чё, ребята, вы совсем ошалели, что ли? Потихоньку! На землю! На землю! Наступил фашизм на репрессии. Они называют нас врагами. Мы ничего не делали, мы стояли. Они нас боятся. И скоро Путину конец. Ребята, конец. Путину конец. Мы сменим эту власть. Сменим эту власть. Позор на власть. Позор. Уважаемые граждане, просьба разойтись. Почему? С какой стати мы должны отходить? Граждане, расходимся! По какой причине? Правильно, пора им расходиться. Граждане, расходимся! Адвоката мне пришлите, потому что я сама не знаю, где его искать сейчас. Войну! Идите ловить бандитов! Идите ловить бандитов! Идите ловить бандитов! Насильников и убить! Души.
Ребята, все нормально. Артур, береги себя. Гестапо поступает как обычно. Козлы они, а Путин пи***ц. Вот и все. Ребят, мы присоединяемся. Давай, движение, пошли. Наиболее часто задаваемый вопрос, почему сидит только Ходорковский, а Потанин, Дерипаска, Фридман, они что, ангелы небесные и абсолютно чисты перед законом? Вот на этот вопрос я и прошу ответить наших экспертов. Георгий Александрович, давайте с вас начнем. Ну, видите ли, внутренняя, как, впрочем, и внешняя политика Путина, там слово «политика» вообще неприменимо. Действия внутри, действия снаружи, они имеют фантастический личный характер. И для него, вот в частности, Ходорковский, это такой антипод, по отношению к которому он испытывает абсолютно вот такой биологический рессентимент, выводящий его из нормального человеческого состояния начисто просто. И поэтому здесь это никакими рациональными соображениями не помиряется и не анализируется. Вот это просто такая биологическая ненависть, которая проявляется во всем и будет проявляться, пока Путин будет находиться у власти, пока у него есть возможность эту свою ненависть выражать в действиях, используя государственные, в кавычках, институты, поскольку ну, государства уже, в общем, нету, есть органы насилия, не более того. Евгений, вам есть что добавить к этому? Ну, я, честно говоря, не являюсь поклонником Ходорковского, то есть совсем, да, но в этой истории меня возмущает абсолютно, я согласен здесь, да, это личная расправа, и вообще не очень понятно, почему человек за экономическое преступление должен сидеть такое количество лет. То есть мне кажется, что совершенно логично, да, если человек просто украл деньги, да, ну, допустим. Да, я, например, не верю, конечно, в чистоту Ходорковского абсолютно, да, потому что я прекрасно знаю биографию, да, структуру, из которых он вышел. Да, ну, смешно говорить, что это значит знамя свободы и так далее. Но при этом, при всем, если человек украл деньги, ну, если он возместил ущерб, да, совершенно непонятно, а что он? Он маньяк-педофил, он что, он наркоторговец? Как бы, почему человеку нужно такое количество лет мариновать в тюрьме, все время что-то придумывая? Да? Ну, уже очевидно, просто это издевательство. И тут уже даже не важно, да, олигарх он не олигарх, это по-человечески уже просто издевательство. У нас звонок по скайпу. Прошу, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. И у нас очень мало времени в эфире осталось. Пожалуйста, будьте краткими. Здравствуйте. Ирина Балкова из Новохоперского района. Да, здравствуйте. Вот, возвращаясь опять к Новохоперскому району, хочу последние известия. Да, пожалуйста. Пожалуйста, у вас одна минута. Сегодня у нас введен карантин, уничтожают наши подворья. Сейчас запрещено людям практически держать свиней. Убивают здоровых свиней, вывозят на свалки. Все. Нас просто сейчас душат со всех сторон. А с чем это связано? Чем это объясняется? Ну, предположительно, что это африканская чумка. Ну, у людей сейчас сбивают просто здоровый скот. А сбивает кто? Ну, ветврачи ездят по домам. А они показывают какое-то распоряжение от кого-то? Распоряжение предоставлять не предоставляют, просто постановление. Просто постановление. А кто принял это постановление? Никто об этом не отчитывается людям. Просто насильно предлагают по 56 рублей за килограмм свинины. Нет, так выбивают так. Насильно просто вывозят, с ОМОНом приезжают и... С ОМОНом? Прямо, есть, да? Прямо с ОМОНом, да? Угу. Да. Заходят. У нас еще один звонок. Наверное, нет уже звонка. Отстреливайтесь, Ирина. Ну, вот такое. Закрываются люди, прячутся, но... Да, 282, Евгений, сразу. Да, пофигу. Да. Ну, есть вам что добавить? Что делать? Нет, людям? Ну, собственно, у нас санитарные и ветеринарные
службы давно стали одним из силовых органов, причем не только во внутренней политике, но и во внешней, как мы знаем. Поэтому тут ничего удивительного нету. Привычное использование для подавления соответствующих органов. Я думаю, что могут подключить и Минздрав, и РАЯНО, и все что угодно, лишь бы... Непонятно, только... правда, зачем. Я, правда, понятно, зачем. Это называется выжечь землю под людьми, чтобы там было невозможно жить. Чтобы там можно было добывать, а не жить. Вот и все. У нас еще один звонок. Нет, больше нет звонков. Большое спасибо вам, Георгий Александрович, спасибо вам, Евгений, за участие в нашем эфире. Вот что увидел... Аркадию. Да, и, кстати, да, и Аркадию Бабченко тоже огромное спасибо. Таким увидел Политвестник уходящий июнь 2013 года. Впереди июль, он тоже будет жарким, хотя бы из-за того, что повысят цены на ЖКХ. Но это будет уже завтра. Мы начали создавать гражданское независимое телевидение. Присоединяйтесь к нам, смотрите Политвестник, а напоследок и Михаилу Ходорковскому, и всем вам в подарок от Таксима. Гимн свободы, гимн свободного Таксима. Увидимся. Gözü şopu sopası bize sökme zoru baskısı direniyoruz savaşıyoruz yıkılacak Tayyip diktası biber gözü şopu sopası bize sökme zoru baskısı direniyoruz savaşıyoruz yıkılacak Tayyip diktası sık bakalım sık bakalım biber gözü sık bakalım kaskını çıkar, jopunu bırak, delikanlı kim bakalım? Sık bakalım, sık bakalım, biber gazı sık bakalım. Kaskını çıkar, jopunu bırak, delikanlı kim bakalım? Varsa cesaret. Çık karşımıza, sen gitmeden bitmez bu kavga. Dur kaçma, iki laf edelim, bir dozerle ilk cesaretin. Varsa cesaret, çık karşımıza, sen gitmeden bitmez bu kavga. Dur kaçma, iki laf edelim, bir dozerle ilk cesaretin. Sık bakalım, sık bakalım, biber gazı sık bakalım. Kaskını çıkar, jopunu bırak, delikanlı kim bakalım? Sık bakalım, sık bakalım, biber gazı sık bakalım. Kaskını çıkar, jopunu bırak, delikanlı kim bakalım? Sık bakalım, sık bakalım, biber gazı sık bakalım. Kaskını çıkar, jopunu bırak, delikanlı kim bakalım?